Сегодня депутаты Сената думали над тем, что делать с Коксарайским контррегулятором. Из-за избытка талой воды он превратился, по сути, в водохранилище, хотя задумывался как сооружение для временного перехвата вешних вод и защиты населенных пунктов и сельхозугодий от наводнений. Воды в Коксарае накопилось так много, что нерассчитанное на ее большое количество плотина может не выдержать. Гидротехническое сооружение требует обследования и усиления, а пользоваться им необходимо по назначению. Во время обсуждения проблемы сенаторы вышли на связь с акимами Туркестанской и Кызылординской областей. Они-то и выступили с обвинением в ненадлежащем использовании контррегулятора. Только вот кого обвинили главы регионов, депутаты так и не поняли. Коксарай должен работать как контррегулятор. Просто вы у себя тоже посмотрите. Вы это кто? Вы вокруг Коксарая тоже сажаете. Вы это кто? Поэтому вокруг подводящих каналов тоже посмотрите. Мы 100% за то, чтобы он выполнял ту функцию, которая у него по правилам. Вы кому обращаетесь? Ну, поэтому мы говорим, чтобы межведомственная комиссия была, чтобы координация общая была, а не так, чтобы интересы регионов или там центра были отдельно.